Представители знака зодиака Лев, Львы и Львицы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, неделя с 21 по 27 августа. Мои дорогие Львы, давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз есть только прогноз. Но я так думаю, какой-то инсайт вы все равно получите. Если где-то добавите своей интуиции, то определенно ведь инсайт, когда мы смотрим на метафорические образы карт и продумываем какую-то свою тему, которая нас волнует, все равно как варианты развития событий, альтернативные, может быть, мы можем просчитать. И эта неделя, она для нас может быть очень знаковая, в том плане, что у нас 5 ретроградных планет, в том числе в ретродвижении у нас будет Нептун. И это хорошее известие в том плане, что когда в прямом движении Нептун, он нам какую-то неясность носит, словно тумана больше напускает. А когда он в ретро уходит, тогда для нас что-то больше тайное становится явным или более что-то определено. И еще один момент. У нас трин Венеры к Хирону. А Хирон — это у нас символ израненного целителя. Вот как раз по 25 августа у нас есть возможность залечить словно свои душевные раны, сердечные какие-то, да, или окончательно понять самого себя, что же просит моя душа, исследовать где-то желанием своей души, может быть, раны прошлых отношений, залечить словно, да, какую-то данность принять и пойти вперед дальше, может быть, в новые отношения. Вот тут может проиграться завершение и начало новых каких-то отношений. И также уроки с деньгами могут быть. Венера у нас ретроградная, деньги где-то мы тут не тратим по 3 сентября. Ну и Меркурий у нас будет в ретро с 23 августа, поэтому будем аккуратны к платежным системам и не переходить по ссылкам неизвестным. Итак, что важно знать? Чего не избежать? Или какие неожиданности? Чему сейчас не время или что нам может помешать, по мнению карт? А что нам будет помогать тогда? Давайте узнаем. Достанем еще одну карту и спросим, а что от меня скрыто может быть? Ну, наверное, как по Хирону. Что для нас важно заметить? И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Что у нас по финансам? Давайте узнаем. И личная жизнь. Что нам подскажут карты? Итак, что важно знать? А это вы сами, королева жезлов. И наиболее удачными к решению будут дела, касаемые самих по себе, как бы дел, работы, бизнеса и денег. Не могу сказать, что мы куда-то торопимся. Всегда королева жезлов – это, наверное, как вы, мои дорогие львы и львицы, это особа очень притягательная, с которой хочется дружить. И по этой карте вокруг нас будет много людей, которые действительно могут захотеть с нами дружить. Но чаще немножко на своей волне, а может быть и немножко королева жезлов, потому что она никому не говорит о своих далеко идущих планах. Она умеет хранить секреты как и свои, так и чужие. Может быть, поэтому вокруг нее всегда и больше людей, чем вокруг кого-либо другого. Могут обращаться как и к вам за советом, так и вы, словно люди, вам приносят информацию, а вы ее анализируете. То есть аналитика присутствует на неделе. Для чего-то вам, знаете, может прийти человек в вашу жизнь и что-то рассказать. А если вы сами как-то додумываете, приложите словно на вашу ситуацию, то это будет как подсказка решить тот или иной вопрос. Как раз вот это и важно. Не торопится королева жезлов, повторюсь, именно потому, что она должна сначала что-то проанализировать. Но, видимо, будет информация и будет тема, о чем подумать. Чего не избежать? Ну, неспешно как будто. До вашей силы не избежать. Где-то нам придется обуздать свое эго буквально, правда? И вот в эту неделю как раз вот эти все 5 ретро-планет и трин Венера к Хирону, сам как бы период означает смерть нашего эго. Это в каком плане? Это когда мы немножко, вот как этот, наверное, молодой человек, который палкой заставляет льва подчиниться лев, по символике это именно эго наше где-то и проигрывается. И вот когда мы принимаем, ну, где-то, наверное, как данность, что мы не сами по себе, а мы в каком-то социуме, или это может касаться личной жизни, когда будет важным именно взаимодействие с людьми,
хоть с ближайшим окружением, в пределах вашей семьи, хоть в принципе в социуме, это может касаться работы, еще чего-то, здесь будет более важным какая-то дипломатия, умение скорее проманипулировать, нежели кому-то что-то доказывать. И ведь карта сила по энергетике как карта мага, но только этой силой, этими возможностями надо умело воспользоваться. Энергетика, повторюсь, больше серого кардинала, нежели тот вариант, когда мы кому-то что-то доказываем или где-то идем в разнос. Может быть, мы трижды правы, но как будто не время сейчас, ну, где-то педалировать свою ситуацию. Больше принесет польза, если мы незаметно, отступив полшага назад, как-то, может быть, с чем-то сначала согласимся, а потом сделаем по-своему. Вот этого не избежать. И тогда для вас нет ничего невозможного, мои дорогие львы и львицы. Все будет для вас в плюс. Потому что карта сама по себе большой ресурсности. Чему сейчас не время? Да нет ничего такого, чему бы сейчас не было времени. Посмотрите, десятка кубков, карта радости, карта вдохновения, удовольствия, когда у нас благополучный в целом период жизни. Но ведь он никогда не длится вечно, мы должны это реально где-то понимать. И поэтому благодушествовать сейчас, вот, наверное, будет не время. Несмотря на то, что у вас сейчас и аркан сила выпадает и говорит, вы сейчас ресурсный. Где-то не брать на себя больше ответственности, я бы сказала. Манипулятор великий по аркану сила, он никогда не будет каких-то лишних обязательств на себя взваливать. И королева жезлов нам тоже как бы предупреждает: 10 раз подумай перед тем, как ты с чем-то будешь соглашаться, особенно если это вопросы, которые будут увязаны с какими-то законными моментами, да, пусть это даже касается работы или напрямую с какой-то ответственностью. Может быть, если это ответственность в личной жизни, то здесь все как раз в балансе. Но мы больше о собственном балансе как будто и печемся на этой неделе. Поэтому будьте аккуратны, чтобы где-то в других вопросах, дела, работы, бизнес, деньги, ну, на себя не взвалить излишек каких-то обязанностей или обязательств, а потом из этого где-то выкарабкиваться. То есть нас какое-то хорошее настроение, как будто нам карта говорит об этом, оно нас не должно нам замылить глаза, понимаете, или одеть где-то розовые очки. Что нам помогает? Еще один старший аркан. У вас два чудесных старших аркана, мои дорогие львы и львицы. Можно сказать, лед тронулся. Как про ресурсность аркан сила. А в этой колоде карт как раз колесница и говорит о том, что у нас сейчас что-то меняется. И это карта удачи. Это карта успеха. Нам говорят, нам помогает, если мы отпускаем прошлое, если мы не держимся за какой-то паттерн отношений, если мы не пытаемся каким-то прежним методом воздействовать или взаимодействовать с людьми, как будто прошлое должно отступить назад, и для нас будет важен какой-то новый опыт. Нужно с чем-то согласиться скорее, пойти где-то навстречу новым возможностям. А возможности, как известно, к нам приходят часто совсем не такие, как мы их ожидали. Ну, значит, от чего-то не отказаться, что-то не оттолкнуть или кого-то не оттолкнуть для вас тоже будет важно. У вас сейчас перемены, а у кого-то из вас что помогает? Поездка куда-то или это вы задумали переезд, и значит, тоже в вашу пользу будут складываться дела, события, но что-то еще нужно продумать. И, может быть, продумать так, вы знаете, ну, не афишируя заранее ваши далеко идущие планы. Вот будьте внимательны, хоть и время удачное, а вот все равно немножко так вот где-то с хитрецой подходить определенно стоит. Что от меня скрыто? Знаете, вас могут люди специально как бы нарочито вызывать на какой-то конфликт или специально словно испытывать ваше терпение, чтобы вы ввязались в какой-то спор. Или могут вас пытаться чем-то увлечь, чтобы вы взяли на себя какую-то ответственность или принялись за какое-то дело, словом, в чем-то участвовали. А нам карта говорит об одном – будь сторонним наблюдателем.
Все, нет других вариантов. Вам, правда, тут будет важно во что-то не ввязаться. Может быть, вы наиболее ресурсны. И много людей вокруг вас. Люди чувствуют, что сила у вас сейчас есть, есть возможности. Тут ведь банально какая-то ситуация на работе может проиграться, когда ваши либо компаньоны, сотрудники или ваши коллеги могут где-то к вам обратиться, чтобы вы выполнили какую-то работу или взяли на себя вот какое-то обязательство. Потому что могут придумать какие-то причины, когда он не может или она. Или могут через лезть. У тебя получится лучше, чем у меня. То есть, ну, каким-то образом пытаться тоже где-то манипулировать вами могут, чтобы вы с чем-то согласились. И вот для вас туда не надо, как будто бы, понимаете. А у кого-то это будет и более какая-то весомо серьезная ситуация. Поэтому с позиции стороннего наблюдателя для нас более будет любое дело перспективно. Дела, работа, бизнес. Это у нас король Пентаклей. Если в целом мы говорим об этой карте, у нас сейчас как раз ресурсное время, как зарабатывать деньги, как и подписать любые документы, как обратиться к чиновникам. Мы, скорее всего, с ними сможем быть на одной волне и, значит, где-то к себе расположить. Мы можем людей, я так думаю, со старшим арканом силы, да тем более вы, мои дорогие, вы львицы, как раз умеете с людьми даже в любом статусе и ранге обращаться как, ну, где-то на равных. Это тоже имеет значение вот на этой неделе, потому что часто проигрываются люди статусные по королю Пентакли и те люди, которые сделали себя сами. Может быть, нам и придется где-то, как знаете, на новом уровне с людьми общаться, решая для себя какие-то вопросы. И значит, у нас это получится. По королю Пентакли мы можем решать вопросы, связанные с документами, оформлением. Оформлением, может быть, вы захотите что-то по недвижимости или какой-то свой финансовый вопрос тоже уладить. Все вопросы благополучия проходят по этой карте, как нашей личной жизни, так где-то и, может быть, это касается ваших дел, работы, бизнеса. Все со знаком плюс. Что у нас по финансам? Есть какой-то далеко идущий проект или есть предложение? Либо оно уже к вам поступило, либо оно вот-вот поступит. И вы знаете, на это надо соглашаться. Посмотрите, у вас две пентакливые карты, которые говорят о надежности проекта, о том, что он будет на долгосрочный период. Это своеобразный марафонский забег, который мы можем словно начать. Мы от чего-то не должны определенно отказаться, а с учетом еще аркана колесница. Знаете, тут будет очень важным, наверное, условно для себя построить успешное финансовое будущее на долгий период времени. Ну, наверное, как по Плутону, это может быть лет на 10. Может быть, это новые какие-то грани сотрудничества или для кого-то новое дело, новая должность, новое или расширение бизнеса. Может быть, это монетизация вашего хобби, или кто-то из вас надумает какое-то ваше ремесло тоже сделать, ну, как своим основным способом заработка. Вот по этим двум картам это тоже может пройти. И это тоже нам говорят, что для вас будет как-то перспективно. Словом, на финансы, финансы есть, финансы будут. Но здесь больше вы будете еще себе на какую-то далекую перспективу решать вопросы. Как предложение, например, какое-то. Или то, что уже сейчас, может быть, вы знаете. И еще в стадии обдумывания у вас, вполне вероятно. Но я бы сказала, этим стоит заниматься. Что в личной жизни? Но, видимо, не все будут с вами соглашаться. Пятерка мечей или чаще по этой карте была какая-то минусовая ситуация, которая была в прошлом. По этой карте нам просто говорят о том, что мы не должны где-то... Ну, у кого-то это проиграется, может быть, буквально в личной жизни, а у кого-то это просто вашей личности будет касаться. Это то, когда мы где-то не... жертвуем своими принципами в угоду хорошему отношению к нам. Мы где-то и не настаиваем, мы себя, все же нам сказали, что смерть эго, правда? Поэтому мы себя не выдвигаем где-то на авансцену. То есть мы должны действовать аккуратно. Нам здесь говорят, что скорее полшага назад, скорее мы должны быть, ну, где-то искусственным манипулятором, нежели подвергать риску или... Может, видимо, кто-то, например, из вашего окружения сыграть таким образом, что, зная льва,
пару каких-то, лестных комплиментов, и вы уже можете на что-то согласиться, что в последующем для вас будет означать, какую-то ситуацию, когда вы взяли на себя не ту ответственность. Вот у кого-то может так проиграться. А для кого-то это может быть какой-то спор или несогласие, которое было уже прежде. Но мы уже никому ничего не доказываем. По этой карте проходит иногда пирова победа. Как будто не стоит возобновлять какой-то конфликт или обострять какую-то обстановку. Это не значит, что мы с этим соглашаемся. Нет, просто мы спокойно и хладнокровно уже не должны реагировать на то, что для нас не ново. Тут именно не новая ситуация. Тут есть, видимо, может быть, человек какой-то из прошлого, недалекого прошлого, или какая-то ситуация, может быть, на работе, или, может быть, из вашего ближайшего окружения. Это могут быть знакомые, друзья, какие-то родственники, которые пытаются вам тоже что-то доказать, либо вас вызвать, как будто на какой-то конфликт. Такое может быть. Поэтому держите марку, не обостряйте какую-то ситуацию, чтобы впоследствии о чем-то как будто не пожалеть. У вас сейчас очень благополучный и благоприятный период. Но, видимо, какая-то ложка дегтя, мои дорогие львы и львицы, что выпало, то выпало. Она на неделе, тем не менее, может быть. Поэтому, если мы не настаиваем на своем, а просто сделаем вид, что мы согласились, то мы как будто добьемся большего. Мы себя, уведем от какого-то удара или от какого-то конфликта. По крайней мере, я эти карты вижу именно так. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.